Водоснабжение в Канаше восстановлено. Об этом нашей телекомпании сообщил исполняющий обязанности руководителя горжилинспекции в Канаше Александр Юркин. Напомню, на прошлой неделе из-за аварии на водоканале в трех районах города отключили водоснабжение. Кроме того, местный водоканал в сложном финансовом положении. И из 5 насосов работают только 3. Поэтому набор воды на верхних этажах многоквартирных домов слабый. Около полудня в четверг на водопроводе произошла авария. Без воды остались дома 3 микрорайонов. Практически сразу был организован подвоз питьевой сегодня воды. Была совместная встреча, совещание, где было принято решение пока возобновить полностью подачу электроснабжения. И сегодня население города Канаш дополучает полному объеме водоснабжения. Но в связи с тем, что налоговая инспекция вышла на водоканал банкротства, там объявлено сейчас временное управляющее.